И Оренбург напоминает чем-то Саратов, хотя пустой эфир не был в Саратове, но вот, вспоминая, рассматривая эти здания, мы понимаем, что именно такие же дома были у нас, ну, как и любой город, да, Приволжский, они похожи друг на друга. И вот эти колорит, желтые, зеленые, оранжевые дома, цветные, которые были когда-то популярны, эти цвета в Саратовской губернии дворник, здесь мы видим лошадь, да, она везет отдыхать людей. Очень такой, чем-то напоминает побочный, да, изображение, как книжная иллюстрация, слишком сказочная. Или вот еще работа его же ночное, в общем, ночной костер, это пастухи, которые пасут лошадей, но решили сделать небольшую остановку, разожгли костер, и, видимо, рассказывают друг другу, в общем, байки.